закрыты, он лучше выдумать не мог. Со льда, как упала на корабль, или, может быть, наоборот, Володя Жуков к нам приходит, как будто успевая в срок. Глашатый класса, Самохвалов, Андрей доносит мысли суть, учителей, Екатерины, или, как говорит Катя Сеченова, азбуки избавят от скуки. Отрада глаз, душа поэта, стройна, мила и как добра. Для класса даст Даша лучик света, подскажет всем все без труда. Премудрая Екатерина, светлейший ум и ей посильны турниры, то есть викторины, ответ всегда на все найдет. Влад скромен, сдержан и уверен, что новый день в мир принесет хороших мыслей непременно и будет править в нем добро. Данила, как всегда, серьезен и не намерен здесь острить. Смиренно, с чувством, с расстановкой. С Максимом лишь по делу говорит. Очаровательная Катя, словно романов персонаж. Прекрасна девица и статна императрица антураж. Кристина словно энерджайзер, способна вдохновить весь класс на общее большое дело, талантом поражая нас. Пора представить Алексей. Он добр и статен и высок. В душе своей мечту лелея прийти к уроку точно в срок. Пейзажами нас вдохновляет и урбанистикой Максим. Про это в классе каждый знает. Все фотки мы обсудим с ним. Улыбку классу дарит Ксюша. Мы улыбнемся ей в ответ. Мила, отзывчива, послушна и озаряет целый свет. На школьном дворе, близ площадки, сирень очень душно цветет. Хорошая девочка Лида по школьному двору идет. Одиннадцатый с утра в сборе. Илюша здесь. Обычно спит на первых нескольких уроках. Ну или в пробках он стоит. Денис. Степенный и спокойный, он рассудительный во всем. Хороший друг, и мы не скроем, во всем с него пример берем. Дима Сорокин завершает большой парад выпускников. Мышленный, ловкий, точно знает причины прогулять урок. Егорка здесь, он не болеет. Нам не воспалилась хитрость днем. Шагает классу, будто рвеет. Артист хороший открыт в нем. Итак, все готовы. И мы начинаем. Ну вот учились, учились, и на тебе. Дальше классов не придумали. Даже не верится. 11 лет назад они пришли сюда маленькими, как мы. Не то чтобы совсем глупыми, но и не такими башковитыми, как сейчас. Не то чтобы совсем бестолковыми, но и не такими сообразительными и гибкими, как сейчас. Неужели мы такими станем? Ну, не знаю. Они всегда были умные, красивые, творческие. Хотя вспомнить им действительно есть что. По сложившейся традиции, слово